Стата одна и та же, как и все в городе. Вчерашний день был оглушительный какой-то для многих людей, кто общался с теми, с погибшими, с ребятами. Я когда вчера услышал, был оглушен. Вот, и я считаю, что это великий коллектив. Он должен возродиться, он не должен исчезнуть. Это лучший ансамбль. Я сама из Якутии, из Республики Саха. Они к нам приезжали 6 раз. Ансамбль Александрова по разным событиям. Конечно, больше они приезжали по событиям радостным. Это замечательные люди. Это, ну, никаких слов нет, не хватает. Только скорбь. Я не верю. Вот я вижу списки, читаю, я не верю. Осознания пока нет. Неважно, из-за чего произошла трагедия, человеческий фактор, подвела техника, людей это не вернет. Это трагедия для страны, потеря такого ансамбля, потеря такого коллектива.